Приготовим сегодня заливной пирог с начинкой из вареных яиц и зеленого лука. Начнем с начинки. Нарезаем лук, чистим вареное яйцо и режем кубиком. В отдельной чаше смешаем мука, кефир, яйцо, сахар, соль, разрыхлитель, сметана. Все хорошо перемешиваем, чтобы в нашем тесте не было комочков. И оставляем минут на 15. Далее возвращаемся к нашей начинке. К зелени добавляем сыр, яйцо, солим, перчим и ложку сметаны. Все хорошо перемешаем и начинаем подготовку к запеканию. Противень протираем и смазываем растительным маслом. Выливаем в него половину нашего теста. Далее выкладываем нашу начинку и снова заливаем оставшимся тестом. Сверху для глянцевой корочки мы смазываем наш пирог яйцом со сметаной. Вот такая красота у нас получается. Внутри сочный, вкусный, нежный пирог. Приятного аппетита! Ставьте лайки, комментарии и сохраняйте!